Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня я с вами буду смотреть новую карту в игре Jailbreak, но также вам покажу старые и новые пасхалки, которые появились. Кто еще не подписался на мою страничку RedCat и YouTube в Инстаграме, агитирую вас это сделать. Ну и, конечно же, заходите в мой Discord, чтобы общаться про любимые игры в Роблоксе. Кстати, не знаю, так это или нет, но мне кажется, канализация тоже поменялась, и теперь она стала ужасная, зеленая, противная. Раньше, по-моему, тут просто водичка была. И что ж, давайте, ребята, первую пасхалочку я вам покажу. Вот здесь вот есть отсылка к черепашкам-ниндзя. Вот пицца и черепашки. Четыре черепашки. Ну, пока не ниндзя, правда. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Отправляемся дальше. Беру вертолет, беру холодильник. Лиам сейчас сделал такой новый скин. Сейчас, кстати, очень популярны эти скинчики, холодильники, коробки, и ребята фанятся в разные игры, особенно там, где нужно вас находить, и заметят или не заметят их игроки. Ну что, ребят, давайте полетим по карте, посмотрю, что добавилось, что изменилось. Вы видите, что море добавилось, еще куча всего, город переработался, вулкан появился, но самое главное, это появился корабль. Пиратский корабль очень крутой, стоит целый миллион. И сейчас Лиам его купит, и мы с ним прокатимся на этом красивом пиратском корабле. Идем, идем, идем. Все, покупает кораблик и погнали. Вот так вот он суперово выглядит. Кстати, в каюту нельзя попасть, к сожалению. Я думал, что туда можно зайти. Там ничего нету, там пустые текстурки. Но выглядит, в принципе, оу, ничего себе. Скорость у него, кстати, тоже хорошая. Выглядит довольно-таки круто. Корабль, я правда не знаю для чего, он сугубо так покататься. В целом, никаких ограблений с ним связанных нету. Ну и также, ребята, в этой пещере есть пасхалка. Вот там есть клетка и в ней какой-то смайлик. Не знаю, кто тут смайлик посадил, ну да ладно. И второе, что очень красиво сделали в игре, это раздвижные мосты. Смотрите, ребята, вот здесь вот корабль может проплыть, и автоматически будут мосты раздвигаться. Обалдеть, вот это мне очень понравилось. Во-первых, сам мост очень красиво подсвечен, а во-вторых, вот эта вот штука с поднятием моста, это вообще шикарно. Мне это очень понравилось. Класс, ребят, я поставил жирный лайк Jailbreak за то, что они переделали карту, очень она красиво теперь смотрится. Ну и тут, кстати, есть порт, видите, грузовой порт, то есть тут можно, в принципе, перегружать какие-то грузы, и также есть катер, появился катер за 35 тысяч, я его уже купил, и сейчас на нем хочу прокатиться. Все, сажусь, он двухместный, так что я могу еще и холодильник с собой забрать. Холодильник почти утонул. Давай, прыгай сюда, холодильник. Погнали. Я еще с холодильником никогда не катался. Очень скоростной катер, прикольный. Мне он, в принципе, понравился. Но очень неустойчивый из-за холодильника, который со мной едет. Идем дальше, ребята. Прыгаю в вулкан. Уже нету такого эффекта, как раньше был, и ничего интересного, в принципе, нету. Переработан, мне кажется, еще ювелирка, или я путаю. Мне кажется, немножко побольше стекла стали, немножко изменился. Или это уже было еще до обновления. Мне почему-то кажется, что вот таких вот клеточных, скажем так, обоев еще не было. Но, в принципе, тут ничего такого нового в ограблении я не увидел. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Тут есть всякие эти текстурки немножко, снизу кристаллы, как и были раньше, и холодильник только добавился. Идем дальше, ребята. Теперь самое интересное, что если вы хотите грабить бензоколонку, то здесь нету Асима. Куда он делся, спрашиваете вы? Я вам скоро покажу. Он участвует в еще одной крутой пасхалке, которая появилась в игре. Так, давайте я еще раз зайду. Он точно не появится? Да, точно. Раньше он стоял здесь за кассой, и можно было, кстати, в него стрелять. Может, и сейчас можно. Можете его найти и стрельнуть ему в розочку, которая у него в кармане. По идее, там должна быть кровь политься. Ну, окраситься в красные выстрелы. То есть, если куда-то стреляете белые, а вот если именно в розочку, то они красные становятся. Так, ну что, поехали. Теперь заходим в пончики, смотрим второго разработчика. Его тоже нету. Куда подевались разработчики? Они же всегда здесь стояли, а сейчас их тут нету. Я вам, ребята, покажу, куда они спрятались. Это очень будет забавное место, где они находятся.
Идем дальше. Вот тут вот одна из новых пасхалок, я тоже уже показывал на канале, это маска. Она по-прежнему здесь есть, так что окей. Летим дальше, смотреть, что еще добавилось. В целом, гараж там, по-моему, еще в доме был переработан. Здесь, видите, как бы ландшафт добавили. Ну, то есть прорисовали якобы карту дальше, чтобы она смотрелась более, ну, скажем так, атмосферной, да, более реалистично. И, кстати, на заднем фоне там все время катается танкер с контейнерами, контейнеровоз плавает. Очень похожий на тот, который в Мэд Сити. Я всем говорю, что там вот на той стороне реки у нас Мэд Сити. Вы видели, что стоят у нас стульчики, на которых можно загорать и наслаждаться видом моря. Либо же это большое озеро, не знаю, может это вообще океан. Дальше, что здесь появилась какая-то вот зона для паркинга. Ну и здесь, ребята, пасхалочку перенесли теперь сюда. Вы помните, что недалеко от железного вокзала, железнодорожного, были вот эти ребята. Вау, вау, ничего себе, огонь, оказывается, даже ХП забирает. Сейчас их перенесли сюда. Так что кемпинг-пикник у нас теперь вот здесь находится. Кстати, в палатку я смогу залезть? Как вы думаете? В водопаде ничего нету, проверял. Нет. Сюда я залезть не могу. Ну окей, идем дальше. Здесь у нас тоже около водопада есть теперь пасхалка, которую перенесли. Смотрите, тут красивая пещера, красивенная, и звезда, которая у нас тоже была в прошлом обновлении, но здесь, мне кажется, все намного стало ярче и красивее. Переделали комнатку, специально сделали. Отправляемся дальше. Здесь, видите, написано по-прежнему, что сюда нельзя заехать. Все, там работает полиция. Кстати, полицейский участок тоже перенесли. Теперь он вот здесь находится. Раньше он стоял с другой стороны, вы помните. Так, ну все, вроде мост. Все, мы тут уже вроде посмотрели. Дальше еще, ребята, появился маяк. Вот так вот он теперь светит. Опять же таки, маяк в Мэд Сити. Да, ребята, очень много с Мэд Сити идей теперь реализовано и в джейлбрейке. Многие говорят, что это плагиат Мэд Сити, но, ребят, постойте. Мэд Сити полностью скопировал, по сути, идею джейлбрейка. Я не вижу ничего плохого в том, что теперь джейлбрейк копирует какие-то идеи с Мэд Сити. Мне кажется, это справедливо. Также рядом с маяком у нас теперь лошадь, которая была в другом месте. И здесь у нее разноцветные какашки. Если вы посмотрите в траву, то вы их найдете. Да, вот они. Такие красивые теперь. Идем дальше. Ребята, подсолнух. Подсолнух на том же месте. Он так и остался здесь. Вот наш подсолнух. Пасхалка есть. Сохранилась. Кстати, некоторые пасхалки убрали. К примеру, бомба, которая была напротив тюрьмы. Ее теперь там нету. Так что не все пасхалочки сохранились. Следующая пасхалка. Вот такой вот чудик недалеко от тюрьмы. Он тоже есть. Так, еще одна пасхалка. Вот здесь. Вот такой вот сурок у нас. И очень прикольно сделали. Кстати, тут еще тоже написано, типа, не бей меня. Это понятно, да, такая пасхалочка. И прикольно сделали, смотрите, ребята. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. И теперь смотрите, ребята, на крышу. Развалили как бы ангар, осколки от торнадо, когда он разбрасывал дома, попали в этот ангар. Ну и сейчас самая топовая пасхалка, которая появилась теперь вот здесь, вот откуда вылетала у нас атомная бомба, теперь здесь вот оказывается наши разработчики. И тут еще можно почитать, что у него тут написано. Тут Азима написал про 4 апреля. Так, вот он, собственно. Ну и второй разработчик тут выламывает просто кнопку, чтобы больше не нажимали. Окей, ребята, отправляемся дальше. И здесь у нас появился новый мячик. Нужно его закатить, чтобы получить приз. Сейчас мы этим займемся. Мячик очень баганный, очень много мы нервов потратили, чтобы его забить, но все-таки смогли это сделать. Спасибо, кстати, Лиаму большое за то, что он помог это сделать. Без него бы было тяжелее. И можете получить ship wheel, колеса в виде корабля. Ну, то есть морская тематика. Сейчас я их примерю. Кстати, очень круто выглядит, смотрите, да, согласитесь, прикольно. Идем дальше, ребята. Появилась у нас баскетбольная площадка, но, к сожалению, мячиком нельзя поиграть, нельзя его закинуть в кольцо. Кстати, если получится, вас напишите.
И следующее, что мы тут еще увидели, это скамеечки вот тут вот стоят. Не помню, были ли они или нет. Дальше, что у нас серверное поменялось, очень круто стало выглядеть. И, кстати, есть возможность вернуть все вот эти вот события, которые были 4 апреля. Также появилась многоуровневая парковка, с которой типа можно вот так вот прыгнуть. Ну и в целом очень красиво стали выглядеть здания. Очень прикольно, то есть действительно Jailbreak стал намного-намного круче. Более 3D-шный, скажем так. Следующая пасхалка — это надпись, которая у нас тут находится, что Doug the Fox был здесь. Ну, было так было. Не знаю, почему разработчики еще не стерли эту надпись. Граффити. Также, ребята, у нас стройка появилась, и можно даже полазить по этому высокому, здоровому крану. Смотрите. Юху! Здесь у нас есть кости динозавра, кто не помнит. Поехали дальше. Здесь у нас пистолетик, и в принципе с помощью его вы можете позбивать планеты, которые можно потом тоже будет ограбить. Смотрите, как это сделать. И кстати, вот там вот в окне видите вышка у нас. Если вы залезете на самый верх, там будет бинокль. Ну а под ней, по-моему, фонарик лежит. Это так. А здесь, ребята, справа вы видите нарисован Плуто из мультика диснеевского, да? Вот собачка сидит такая. По-прежнему пасхалочка тут есть. А тут, ребят, не знаю почему, пролетал мимо и был салют. В честь кого, в честь чего, я так и не понял, но ладно, красиво. Остановился, посмотрел салютик. Ну что ж, ребят, пока я смотрю салют, я думаю, что очень круто будет, если вы подпишетесь на канал, и продолжаем дальше. На этом острове у нас все по-прежнему, то есть тут есть клетка для читеров и под ней надпись, что это собственность BadCC, то есть как бы одного из разработчиков. Окей, идем дальше. Здесь у нас бейсбольная площадка. Она так и сохранилась в городе, ее оставили. Вот здесь можно поискать, рядом со стройкой. Еще мне понравилось здание в виде звезды. Смотрите, как прикольно смотрится. Также на базе полиции у нас есть голова. Как вы видите, скриншот. Его сделал The Lime Pro. У меня, к сожалению, 10 уровень не прокачан, чтобы попасть на эту базу. Кстати, ребята, песочный замок по-прежнему тоже есть. Ну и напоследок, ребята, в пустыне теперь отсутствует у нас. Помните, был такой как бы гаражик, было... пещера, так сказать, сейчас ее уже нету, ее заделали, так что теперь ее уже не найти. Ну что ж, ребята, если я пропустил какие-то пасхалки, напишите мне об этом, а пока я буду заканчивать на этом видосик. Надеюсь, он вам понравился. Спасибо, что смотрели. До новых встреч на канале Red Cat и канале Red Cat Roblox. Всем пока!